Это я. Дождь. Начинается. Я думала, проскочим. Фитили не обмочила мозг. Внутренний пироман ликует, да? Это чистый коридор белой дороги. А вот это вот, здесь и много рун кристальных внутри. Тут два слоя есть. И желание. Ну, вот намерение те, которые я тебе говорила выписать, что сейчас трансформация. Чуть разгорится и сожжешь. Кстати, я не взяла пинцет. Но очень красиво горит. Надо чем-то придерживать. То есть... Грубо говоря, белые дороги для всех намерений, которые будут реализовываться в ближайшие 18,5 лет. И для всех трансформаций, которые сейчас в Скорпионе идут. А у тебя их много разных. Видишь кристальный огонь? Памяти хватит. Можешь между ними тремя сесть, мысленно. Или в свечу прям. Я чисто предлагаю совместиться с фитилем, чтобы вот в поле все проиграло. И у вас наполнилось энергией. Да? Такое
такое приятное состояние его находить в радости. Будут как-нибудь реализовываться твои желания через год, два, 10, 15, сколько там, 18,5, да? Как-нибудь вспомнишь это было. Ого, тут что-то отливается. Интересно, девки пляшут. Если хочешь, можешь сейчас вложить эту записочку, можно позже. Она еще будет долго гореть. Как почувствуешь, так и хватит. Или хочешь, чтобы... Давай, мы тебе знаешь, как сделаем. Подержи. Так как я пинцет не помню, куда делать.
кстати, там внутри поглубнее для ускорения всех процессов. Я не поскупилась. Там пару килограмм. Твое намерение видишь, но как тут. Ладно, все, не дергайся, потому что сейчас пойдет цепная реакция. Пусть валяется, главное, что не надо наступить. Ну, ты слышишь, сейчас все завалится.
чтобы... Мне показалось, что что-то прилетело. Можешь представить себе дорогу длиной, там, не знаю, в тысячи лет, и такой отрезочек на нем 18, там, 19 лет, и увидеть себя там, а не само лицо появится, и все остальное может даже выглядеть так же, как сейчас. Впрыгнуть в себя ту, посмотреть назад и увидеть пройденный путь. И как интересно было идти, сколько было приключений в пути, неожиданных. Того, что продумать бы сам и не смог, ну, запланировать, как тебя путь вел. У тебя был импульс, ты запустила намерение, ты менялась. Шла за собой, за зовом сердца. И где ты сейчас? И как ты себя там чувствуешь? Как огненные цветы с моей души. Кажись, ты это нарисуешь. И что-то через твои глаза рисунок увидит. Похоже немножко на твои рисунки. Вот я как смотрю с этого. Я, кстати, не зажгла тибетскую свечу. И не зажгла богам.
про метро вспомнила. Идиотская фраза, это звучит так тепло по-домашнему. Не хочу жить с Крыма. Как у костра сидеть, где-нибудь на плато, на вершине, ну, где-то высоко в горах. Тут дружбан Шила сидит, вот же сад. Ну, и ты с друзьями вечными. Звёздным небом. Тепло так по-домашнему. Дымок какой-то сюда идет.
уже хочешь уезжать из Крыма. Уже не подумаешь. Ты что там делаешь? Лапусик. Оно присядет туда. Лапа. Весь потенциал на реализацию задуманного. Желаниями горшок по расписанию. Он путеводитель сейчас там будет делать. Сердцевочек. Он своим передает привет. Думает, я молчал 51 минуту, да, Коля? Как состоит? Я отдохнула.
быть, впервые за много коджиков я просто отдохнула. А у тебя я в цветочках. Ты в цветочках? Вообще такая мягкая, да, энергия? Да. Это там какая-то песня медведя, да? Что-то там как-то так называлось. Там волк. Волка? Волк. Волка, а нет, казалось, медведь. А ночной шаманский бубен, транс. Угу. Хороший, мне понравился. Тут мантра по-другому была. Но тут именно расслабился. И потанцевал с огнем. Вот пусик, зайчик. Не надо так сильно отмечаться. Ждем, когда тут догорит последний огонечек, а ты делаешь звуковой эффект. Дамара, мы сейчас запустим процесс. Можешь стукнуть уже. Смотри, он. О, нет. Вообще, нет, лапа, нет, нет. Никаких прыжков, ты что? Лапусик? Ты, блин. Кот и шаман. Понимаю, в принципе, по крайней мере, на Тибете. Вот так. Запускаю. У меня куда-то делась мягчика. В принципе, звук, его звук означает первый звук ОМ. Запуск какого-то намерения. Можно прикоснуться, запустить как шорохом. Можно просто постучать, и можно вот этими бусинками запускать свой процесс. Но не так, чтобы проснулись абсолютно все в этом доме. Просто настройся и запусти этим звуком. Увидь, как звук, как волна, такой вектор построенный в дорогу. Настаивает, что надо еще стоять. А здесь, видишь, какой большой кусок отлетит. Чего-то, что мешало и было препятствие. Но, видишь, упертая штука. Я так один раз стояла, даже вышла из комнаты, вот так вот догорал маленький фитилечек. 40 минут. А потом разгорелся пламя. Я привыкла, что оно все сгорает вот так до точки. Будет все сокровенно каждого, кто смотрит. Нам